А вы знали, что в Германии каждая четвертая фирма увольняет своих рабочих? Это по статистике, вроде кажется, статистика не врет, но встретила своих соседей. Немец за 50, ну, муж с женой, Мустанг, спортивная машина, приехали днем, говорю, а вы почему не на работе? Говорит, все, говорит, отработались. Я говорю, что случилось? Ну, 17 человек за раз уволила фирма. То есть, говорит, вот такие у нас времена наступают. 17 человек за один раз, говорит, дорабатываем последний месяц, плюс отпуска, переработку, отсидим дома и, говорит, гуляйте на все четыре стороны. Работали они в большом хале, по-русски это ангар, где хранились запчасти для яхт и спортивных лодок. 17 человек уволили, говорит, все, говорит, больше настроения нет работать, потому что, говорит, Шольц по телевизору обещает 1,5 миллиарда каждый месяц. Это мне мой сын рассказывает, что, говорит, каждый месяц Украине, говорит, надо, говорит, кормить, одевать, обувать, говорит, а мы что, говорит, без работы будем сидеть, но сейчас хорошо, говорит, 67% от брута будет получать, говорит, но мне, говорит, вообще нет настроения работать. Потом перейдем на Бюргергельд, будут платить по 500 евро каждому, то есть ему 500, жене там 500, 1000, да, на двоих, плюс будет оплачивать квартиру. Говорит, все, сел на машину, сигару в зубы, на Мустанг, 200 по трассе, говорит, пошли они все темным лесом, как он сказал, тоже мне говорит немец, который вот коренной. Вечером садится, включает свой кинотеатр домашний и смотрит, у него коллекция фильмов, и смотрит. Просыпается к обеду, курит сигару, выходит так внизу, у него там садик небольшой, он вышел, посмотрел, кофе выпил, сел на Мустанг, поехал. Че еще надо, ребята? Вот она жизнь. Тут вкалывают люди по 12 часов, а тут все, говорит, уволили. То есть, ну, нет у человека желания, он посмотрел, что в стране творится, да все видят, что в стране творится, что 17 человек за раз, представляете, это ладно одного-двух фирма, да, решил уволить, как бы еще продержаться на плаву, а 17, то есть, я сам вижу, у нас стройки сейчас очень мало стало, потому что большие стройки не берут новые офтреки, то есть, новые вот эти планы, ну, как по-русски, планы, да, где стройки новые, потому что цена каждый день растет на материал, на строительный материал, плюс на бетон, все это растет, и они не знают, сегодня взял ты по одной цене, да, а завтра у тебя уже ты в смету не укладываешься, получается 1,5 раза дороже будет. То есть мы вот добиваем стройки, потом я не знаю, что будет. Но человек на Чили просто говорит, пускай содержит государство, раз ведут нас таким путем. Короче, вы мысль поняли, что даже коренным немцам уже это надоело. Они на свое правительство всякое разное. По-немецки я не буду вам переводить. Ну, вы знаете, как немцы могут крепким словом. Так что делайте выводы. Пишите, есть ли у вас еще работа и какова ситуация на работе. Будем обсуждать. С вами был Андрей. Всем хорошего настроения. Всем пока.